Прошедшее заседание иностранных инвесторов в Боровом вызвало широкий резонанс в Соединенных Штатах Америки. Деловые круги этой страны приветствуют открытие новых возможностей для тесного сотрудничества с Казахстаном, которые прозвучали в выступлении Нурсултана Назарбаева. Соединенные Штаты входят в число ведущих инвестиционных партнеров Казахстана. В основном компании этой страны реализовывают проекты в нефтегазовой отрасли, но в то же время откликаются на призыв активнее инвестировать в производство промышленной продукции в рамках индустриально-инновационной стратегии развития казахстанской экономики. Руководитель известной юридической компании Red Smith Стивен Коппер сказал, что республика с каждым годом становится все более и более привлекательной для иностранных инвесторов. Ваша страна обладает большими природными ресурсами, является крупным экономическим центром, и настало время модернизировать ее экономику, развивать промышленность и интеллектуальный потенциал. Считаю, что страна идет в правильном направлении, создавая привлекательные условия для инвестиций, поднимая экономику на новый уровень. Деловые круги США не скрывают, что идут в те страны и регионы, в которых существует привлекательный инвестиционный климат и имеется потенциал развития. Особое внимание уделяется преференциям при уплате налогов и соблюдению условий контрактов. Особое значение имеет отмена виз. На фоне того, что многие страны ограничивают въезд, Казахстан делает правильные шаги. Открытие границы всегда облегчали ведение бизнеса. Казахстан – стабильная страна с солидной экономической, политической и правовой системой. С каждым годом становится все более и более привлекательной для иностранных инвесторов. Майра Кабиева, Майк Джоил, Нью-Йорк, США.